такими простыми бросками, которые он ловит легко и непринужденно. Ну, кстати, Широков сейчас вот в этой паузе очень долго Медведеву о чем-то говорил. Ой-ой-ой! И ведь подействовало почти, но Михеев не сумел Райана Заполского пробить. Численное преимущество. Блэд Йормака. Не исключено. Вот повтор этого момента, где Михееву не удалось поднять шайбу над щитком